Уже почти 1000 лыжников со всей России и стран ближнего зарубежья съехались в Хакасию. На следующей неделе в вершине Тёи начнется розыгрыш континентального кубка на призы главы Хакасии. Они продлятся до 24 ноября. По итогам соревнований будет определен состав сборной России для участия в зимней универсиаде 2014, которая пройдет в Италии. В Хакасию приехала и съемочная группа Первого канала. Столичные журналисты завтра приступят к съемкам фильма о команде юниоров. А спустя несколько дней после розыгрыша континентального кубка здесь же, в вершине Тёи, с 29 ноября по 1 декабря пройдет первый этап Кубка России 2014. Сейчас в Тёи спортсменов порядка, именно спортсменов, я не беру тренеров, порядка 800 человек. Со всей России, да? Да, со всей России, регионы, приблизительно 56-62 региона. Они тренируются, идет тренировочный процесс, так называемый процесс вкатывания. Самый тяжелый, объемный, когда они накатывают очень много километров.